на тюнинг-шоу в Лас-Вегасе компания Honda представила прототип пикапа для гонок в пустыне. Основой машины является не несущий кузов, а более жесткая трубчатая конструкция, на которой установлены силовые агрегаты, элементы подвески и прочие системы. В качестве силовой установки на пикапе используется битурбомотор, секвентальная коробка передач, амортизаторы Fox и шины General Grabber. О технических и ездовых характеристиках пикапа пока ничего не известно, но появилась информация, что Honda на данном концепте собирается принять участие в гонке Budget 1000, которая стартует 19 ноября в Лас-Вегасе.